один день потрать на компании айтишные, предложи им выйти на американский рынок, и один день потрать на производителей, тоже предложи им выйти на американский рынок, чтобы продавать на Амазоне, на eBay, в Walmart и так далее. Предложи, поговори. Ну, Amazon это, наверное, 80% денег будет, но можно и в Walmart выйти, нет проблем. Вот этот пример, который я тебе приводил с компанией, которая чашками, чашки продают, они в Walmart тоже продаются. Ну да, то есть у них будет все-таки свое преимущество, потому что... Ну, есть специфические сайты, которые, я не знаю, если где-то, например, чашки или полотенца, то, наверное, какой-то сайт есть, который продает только предметы для дома, да, ну, точнее, не какой-то, а их много, их. Этих сайтов есть. Можно и на эти сайты выйти. Но самое главное это Amazon и eBay. Это, конечно, две самые такие крупные площадки. Ну и да, там, то есть не надо будет выигрывать Buybox. Никому там у каждого будет уникальный производитель свой. Там есть свои преимущества. Окей, я тебе все рассказал. Давай попробуем сделать тестовые звонки и потом проанализируем их ответы. Хорошо? И буквально там какую-то дополнительную информацию, которая еще может быть, кроме того баннера. Ну, я тебе пришлю. Напиши мне e-mail свой, чтобы я не рылся, не искал. Я тебе пришлю сейчас. Хорошо? И из тех всех вот сайтов, которые есть, основной какой, ну, на который, например, можно направляться. Здесь просто вот Firm in USA есть. На наш сайт основной, ты имеешь какой? Да. Но мы сейчас, фирма USA есть это для айтишников. Что касается для того, чтобы вот сделать сайт для Amazon и eBay, мы сейчас делаем лендинг, пока еще не готов он. Будет через недельку. Через недельку будет лендинг. Хорошо, просто. Ну, он будет на основании вот этого голубенького баннера сделан лендинг такой, немножко распишем там поподробнее. Это новая тема, но я думаю, что это тема будущего. То есть это очень серьезный проект. И, ну, представь, ты производитель в России, да, и тебе предлагают выйти на американский рынок. Ну, это только быть надо, не знаю, каким-то малоумным предпринимателем, чтобы отказаться от этого. Либо, знаешь, есть такие люди, но это такое очень маленькое количество предпринимателей, которые просто... Ну, хватает им и все, не хотят развиваться. Ну, может, такие есть. Но в основном все хотят, то есть предпринимательство – это развитие дальше, это зарабатывание денег, зарабатывание прибыли, я так понимаю, что большинство согласятся. При этом вложения минимальные на самом деле, то есть они отдачу положат в разы, получат в разы больше, чем они изначально какие-то первоначальные вложения сделают. Окей, давай, все, тогда на связи будем. Жду от тебя обратной связи. Хорошо? Хорошо, все, спасибо. Давай. До свидания. Угу, пока.